Я хочу очень сердечно поблагодарить всех тех, которые участвовали в осуществлении этого проекта. Я хочу поблагодарить представителей Российской Православной Церкви, передать это слово благодарности архимандриту Марку. Большое-большое вам спасибо. Я хочу передать тем, которые будут в контакте с нашим маэстро Новосельским, чтобы ему передать слова благодарности за то, что он принял участие в осуществлении этого проекта. Конечно, очень рада, что такая выставка впервые показана в Москве. Работы Ежи Новосельского в России, конечно, известны, но в таком объеме они показаны впервые. И я считаю, что для московской публики это просто какое-то потрясающее открытие. Сама по себе ситуация интересна. Польский иконописец, польский художник показывает свои работы иконописные в России, где, казалось бы, про икону знают все. Тем не менее, я думаю, что это действительно подлинное открытие, потому что Ежи Новосельский дает какой-то новый опыт иконы. И этим он интересен. Иконописца Георгия Новосельского сопровождает научный семинар «Круглый стол», посвящен тематике церковного искусства и отношения этого искусства к современному искусству. Что касается икон, то не забудьте, иконография латинская, хотя я ее видел во всем мире, для нас, православных, чуждо, потому что воплощение другой культуры. Да. Иконография византийская и московская для Запада чуждо.
потому что это воплощение другой культуры. Но, извините, и латинская иконография католической церкви, и православная иконография, она чужда большинству человечества. Иконы являются неотъемлемой частью православной традиции, но сегодня иконы интересуются и другие христианские традиции, не только католики, но даже и протестанты, что тоже, конечно, говорит о том, насколько духовно нуждается сегодняшний мир. Нема жадных канонов икон. Нема тих, кто же то стараемся реконструировать, то робим wielki fałsz. Proszę Pana, ikona to był obraz swojego czasu. I nie było innych obrazów w XV wieku, jak obrazy Rublowa, czy obrazy Teofana Greka. Nie było innych obrazów. To była sztuka tego stulecia. A teraz ikony chcą zrobić jakąś zupełnie inną sztukę, wyobcowaną z pojęcia sztuki w ogóle i robią bardzo złe rzeczy. Сегодня современные иконописцы часто грешат копиями. То есть они берут а-ля Рублев, а-ля Дионисий, а-ля там Симон Ушаков, кому что нравится. А здесь переживания религиозные, глубокие христианские переживания человека 20 века, который знает все искушения 20 века, и который серьезно взывает Господу и вот из глубины, де профундис. Вот. Поэтому я считаю, что это очень интересно. Это очень интересно, и какое-то новое... Может быть, для иконописцев направление, не думаю, что, скажем, в России будут последователи его, потому что это опыт еще интересный соединения и западного, и православного мышления. Только формы и только краски, только язык искусства. Потому что сейчас я уже знаю, что Бог, который пишет икону, это не человек пишет икону, это Бог человеку пишет икону, может с нами разговаривать не на языке, только красками и формами. Для русских иконописцев здесь будет очень много поучительных моментов. То есть вот как, так сказать, оторваться от чистого ученичества, как прийти к
тому, чтобы передать в церковном опыте, а икона – это все-таки искусство церкви, еще и свой личный опыт. То есть вот какое-то переживание действительно человека 20 века, который сегодня не может пройти чисто. Он обязательно идет через бездну. И вот мне кажется, у Ежи Новосельского вот этот потрясающий опыт, действительно, выхода из бездны, выхода из ада. Cały czas się zajmuję tematem piekła. Cały czas. A cóż to jest życie ludzkie, jak to nie jest piekło wielkie? Сейчас все больше искусствоведы говорят о том, что искусство 20 века – это такое своего рода схождение в ад, потому что 20 век пережил столько катастроф, что, наверное, ни один век не может об этом так сказать. И поэтому такое страшное искусство в 20 веке. Поэтому рождается авангард как отрицание всего, и как тупик, и конец искусства. Сама культура нашего часу идет в кирунку псутья. Наша культура есть попросту культуром псутья. А все какие-то вещи вартościовые все псуют на наших очах. Я odczuwam, że to jest objaw apokaliptyczny. Alleluja. Это какой-то опыт иконы через преодоление авангарда. Если хотите, это своего рода преодоление черного квадрата Малевича. Вот выхода света из абсолютной тьмы. Вот свет, который рождается во тьме, и, как сказано в Евангелии, свет светит во тьме, и тьма не объяла его. Вот это маленькие огонечки света, которые вдруг зажигаются где-то вот в глубине. Новосельский находит вот этот вот какой-то царский путь, потрясающий царский путь. Путь вот именно откровения о воскресении Христа, о вере, о надежде человека 20 века. Касается